Друзья, в РДМ «Импорт» мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видеоавторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших обзоров. И в нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про автомобиль, который вы можете рассмотреть в покупке, если ваша задача купить себе левый руль на автомате. О плюсах и недостатках конкретной модели в нашем сегодняшнем ролике. Встречайте, Peugeot 408. Peugeot 408 появился в 2012 году. Эту модель выпускали 5 лет, до 2017, по крайней мере для российского рынка цифры были именно такими. Несмотря на схожесть индексов, 408 это не эволюция предшественника Peugeot 407, а скорее фантазия на тему хэтчбека 308, хотя и достаточно сильно видоизмененного. Эту модель выпускали на заводе в городе Калуга. Российский покупатель мог приобрести этот седан с одним из следующих вариантов моторов. Атмосферные двигатели объемом 1,6 литра на 110 лошадиных сил с механической коробкой передач и 120 лошадей с автоматом. Бензиновый двигатель 1,6 с турбонаддувом на 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, а также дизель на 112 лошадок. Привод у этой модели сугубо на переднюю ось. Сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска. Этот автомобиль с двигателем 1,6 турбо на 150 лошадей, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и пробегом чуть менее 170 тысяч километров. Peugeot 408 автомобиль отнюдь не маленький. Длина этого седана 4 метра 70 сантиметров, ширина 1,81 м, а высота 1,50 м. Колесная база при этом составляет 2 метра 71 сантиметр. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на кузове 408, то для заводской краски этот параметр лежит в диапазоне от 83 до 115-120 микрон. Кстати сказать, абсолютно все кузовные панели у этого автомобиля имеют оцинковку, именно поэтому 408 настолько не торопится гнить, а передние крылья здесь и вовсе выполнены из пластика. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажника, объем которого по каталогу 560 литров. Доступ в багажник можно получить либо при помощи кнопки из салона, либо с ключа. Никаких дополнительных ручек и кнопок открывания на самой крышке нет. Как и у большинства современных автомобилей с кузовом седан, у 408 довольно узкий проем. Ширина его порядка 101 сантиметра, но сам багажник здесь очень глубокий и длинный. Расстояние от спинки сидения до заднего борта 108 сантиметров. Ширина в более широкой части 132. Узкая центральная часть ровно метр, а высота от фальшпола 53 сантиметра. Если объема этого багажного отделения вам мало или, например, нужно увести какой-то длинный груз, у 408 складываются спинки заднего сидения. Складывать их придется из салона, а также ровного пола вы предсказуемо не получите. Зато сможете увести в автомобиле груз длиной до 1,95 м. А если груз очень узкий и длинный, и вы протолкнете его между передними креслами, то до передней панели вам будет доступно расстояние в 2 метра 70 сантиметров. Так что кое-какие грузовые возможности у 408 все же имеются. Автомобиль в этой части практичен. Что касается дополнительных удобств по багажнику, то здесь есть несколько резиновых петель для фиксации груза, плафон освещения, и под фальшполом у нас скрывается полноразмерное запасное колесо, плюс набор штатного инструмента. Ну а теперь про салон Peugeot 408. Попадая сюда, отмечаешь первый момент – это очень мягкие сидения. Они не имеют сколь-нибудь выраженной боковой поддержки ни на подушке, ни на спинке, но тем не менее очень напоминают домашнее кресло. При этом посадка на самом деле достаточно удобная, и запас регулировок здесь хороший. Если отодвинуть сиденье водителя максимально назад и при этом опустить его вниз до упора, то при моем росте 1,86 м у меня получится практически распрямить левую ногу в колене.
правда, ступней, я при этом касаюсь пола салона. Рулевая колонка также снабжена регулировкой, причем регулировка эта механическая, но диапазон ее весьма и весьма обширен. Так что по этому параметру здесь порядок. Опора под локтями также имеется. С левой стороны подлокотник на дверной карте отделан тканью вместе контакта с рукой. Справа отделан кожей, и это по сути сдвижная крышка центрального бокса. Что касается клавиш и прочих органов управления, то здесь никакой перегруженности кнопками нет и в помине. На левой дверной карте у нас привычный блок управления стеклоподъемниками и регулировкой боковых зеркал. Клавиш на руле в нашей комплектации нет, хотя сам руль отделан кожей. Подрулевые переключатели здесь удобные, и система управления светом, а также стеклоочистителями реализована привычным образом. И, кстати, даже сигнал здесь располагается на рулевом колесе, а не на торце переключателя. На передней панели слева от рулевого колеса располагается регулировка корректора фар, а также клавиша открывания багажника из салона. Клавиши на центральной консоли несколько мелковаты. Здесь подогрев лобового стекла, центральный замок, система стабилизации и клавиша включения-выключения аварийной сигнализации. Стандартная магнитола, наверху монохромный дисплей, на котором отображаются, собственно, показатели работы мультимедийной системы, а внизу блок управления климат-контролем. Климат в данном случае автоматический и двузонный. Реализован удобно. Температура левой и правой стороны регулируется при помощи поворотных рукояток. То же самое и про скорость вращения вентилятора. Ну а распределять направление потока здесь можно при помощи трех клавиш, удобно сгруппированных. Текущее значение температуры отображается в маленьких окошечках над рукоятками регулировки. Селектор коробки передач здесь не имеет клавиши блокировки, зато имеет прорезь в форме змейки плюс ручной режим переключения. Есть зимний режим коробки и режим спорт. 12-вольтовая розетка располагается справа от стояночного тормоза, и здесь же клавиши управления подогревами сидений. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения. Очень маленькая по объему емкость находится в центральном боксе. Здесь же есть USB-разъем для подзарядки мобильных устройств. Основной бардачок весьма вместительный. Крышка здесь отдельная, ну а сам бокс весьма глубокий. Плюс здесь же имеется сопло системы кондиционирования, которая позволяет этот самый бардачок охладить, если необходимо. Очень узкая полочка у нас присутствует перед селектором коробки передач. Вторая, тоже довольно-таки небольшая, это полка на центральной консоли. Но сюда можно, например, бросить мобильный телефон, он никуда отсюда не денется в ходе движения. И внизу дверей, в дверных картах, длинные карманы. В плане обзорности попенять здесь можно, по сути дела, только на слепой невидимый капот, как и на большинстве современных моделей с клиновидным силуэтом передка. Но нахождение в этом автомобиле вызывает ассоциации скорее с чем-то типа минивэна. Передняя панель здесь очень низкая, она далеко от вас, и лобовое стекло довольно большое по площади, также на хорошем удалении. Центральные стойки здесь не создают мертвых зон, спасает дополнительное остекление на передних дверях. Сама линия остекления у этого автомобиля, кстати говоря, низкая, а вот боковые зеркала могли бы быть и крупнее. У них зауженная форма и маленькая площадь. Для езды в городском потоке они явно потребуют привыкания. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего дивана. На заднее сиденье 408 вы попадаете через огромные по площади задние двери, вызывающие ассоциации с удлиненными немецкими седанами. Само заднее сиденье, кстати, жестче, чем передние кресла. Никаких подлокотников в центральной части здесь нет, как и опоры под локти. Зато сиденье практически полностью плоское. Так что три человека разместятся здесь при условии, что они не слишком плечистые. Подлокотники на дверных картах здесь мягкие. Они отделаны тканью. Есть кармашки в задних дверях к услугам задних пассажиров. Собственный плафон освещения и дефлекторы вентиляции, плюс небольшой ящичек наподобие пепельницы. Спинка заднего сидения в этом автомобиле, естественно, никак не регулируется, но при росте 1,86 м, располагаясь сам за собой, я не испытываю стеснения ни в плане пространства для ног, ни в плане запаса над головой. Так что в целом в дальнюю дорогу на заднем сидении этой машины отправляться можно. Под капотом Peugeot 408 располагался один из четырех вариантов двигателей. Самый, пожалуй, экзотичный для российских машин – это дизель на 112 лошадей. Пожалуй, оставим его за скобками. А вот по бензиновым моторам маленько пробежимся. В данном случае это максимальная силовая установка.
Здесь 150 лошадиных сил, и этот мотор разгоняет 408 до сотни за 9,6 секунды. Индекс этого двигателя EP6DT. Алюминиевая рядная четверка с чугунными гильзами. Здесь цепной привод газораспределительного механизма, есть гидрокомпенсаторы, фазовращатель на впуске, турбонаддув, а также непосредственный впрыск топлива с ТНВД и форсунками высокого давления, что обуславливает требовательность именно этой версии к качеству топлива. Турбомотор, кстати, сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin TF70SC, которую следует признать наиболее крепким автоматом из тех, которые сюда устанавливались. Атмосферный EP6, лишенный наддува, выдает 120 лошадиных сил. Впрыск топлива на атмосферном моторе самый обычный распределенный. Гидрокомпенсаторы тоже стоят, но есть и отличия в конструкции ГБЦ. У него уже два фазовращателя на впуске и на выпуске, плюс присутствует система Valve-Matic, изменяющая высоту подъема клапанов. Что касается каких-то характерных проблем, по данным двигателям первое, на что следует обращать внимание, это на отсутствие течи, как масляных, так и антифризных, а также на исправность работы системы фазорегулирования. Особенно это касается именно атмосферной версии, более сложной по своему устройству. Однако при должном уходе и обслуживании эти двигатели способны выходить за 250 тысяч километров пробега. Правда, с атмосферным мотором сочетается четырехступенчатая более старая коробка, и с таким автоматом динамика 408 становится куда степеннее. До 100 км в час эта машина разгоняется более чем за 13 секунд. Правда, расход топлива все еще достаточно небольшой. Был у 408 и еще один силовой агрегат TU5JP4. Рядная четверка, но с чугунным блоком цилиндров и ременным приводом газораспределительного механизма. Такой мотор агрегатировался здесь только с механической коробкой, и в плане надежности это очень даже добротный агрегат. Хотя он же самый скромный в плане отдачи в лошадиных силах. Всего 110 лошадок. Ну а перед тем, как посмотреть на 408 снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для данного автомобиля 175 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти показатели действительности. Самая низкая точка у этой машины находится под передним подрамником, и до нее от асфальта 17 см. До края переднего бампера 18, до резинового брызговичка 16 с небольшим. Но здесь проходимость слегка подпорчена длинным передним свесом. Расстояние до поддомкратника в передней части порога 18,5, до задней части порога 22, а расстояние от земли до края заднего бампера 29 сантиметров. Так что дорожный просвет у 408 на самом деле очень неплохой, но про длинные свесы все же придется помнить. Что касается подвески 408, то в данном случае это подвеска классическая для данного типа автомобилей. Макферсон спереди. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к подрамнику, но снизу, так что доступ к нему для замены втулок здесь отличный. Рулевая рейка, кстати, гидравлическая, соответственно, при осмотре автомобиля обращайте внимание на отсутствие подтеков рабочей жидкости. Что касается антикора, небольшой слой подобного состава с завода на автомобиле все же присутствует в основном в районе порогов. Но, как уже было сказано, 408 не относятся к особо гниющим автомобилям. Качество металла здесь очень даже хорошее. И на конкретном экземпляре, несмотря на 10-летний возраст автомобиля, ржавчины снизу практически нет. В задней части автомобиля перед балкой задней подвески мы видим топливный бак. Его объем 60 литров, бак пластиковый, а заливная горловина резинопластиковая. Так что сгнить здесь точно ничего не будет. Амортизаторы и пружины у этого автомобиля разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов по отдельности. А задние тормоза, кстати, несмотря на бюджетность автомобиля, дисковые и стояночный тормоз здесь воздействуют на основные суппорта. Таким мы увидели сегодня автомобиль Peugeot 408 2013 года выпуска с мотором 1.6 на 150 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом. Надеемся, после просмотра этого видео у вас сложилось в целом впечатление о том, что представляет собой такая машина. Если у вас был или есть 408, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите все в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной машины, ваш комментарий может помочь определиться с выбором.
Если обзор оказался полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотите видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!